В Кулукском районе Чуйской области высокопоставленные и экс-чиновники, а также их родственники не платят за свет. В списке злостных неплательщиков сотрудник 5-го управления МВД, а также бывший губернатор Чуйской области. Некоторые задолжали Сукулукской РЭС более 100 тысяч сомов. Многие из них вновь самовольно подключаются к линии. В адрес контролеров поступают угрозы, есть и факты рукоприкладства. Наша съемочная группа убедилась в этом, рассказывает Эльнура Молдукадырова. Хозяин этого дома – гражданин Садыков, проживающий по улице Шабданалы в селе Шалта Сукулукского района. Задолжал энергетикам 152 тысячи сомов, из них 37 тысяч пеня. С мая прошлого года он просто отказывается платить. За это время ему около 30 раз отключали электроэнергию, но он вновь самовольно подключается. Каждый раз он шантажирует и пугает высокопоставленными знакомыми местных контролеров. А на этот раз он, видимо, думал напугать и нас. Даже хотел показать удостоверение, но, увидев камеру, спрятал. И на этот раз он не был рад нежданным гостям. Начал вести себя агрессивно, ругался на оператора нашей съемочной группы. Потом решил поговорить с начальником участка службы энергосбыта. Но, видимо, поняв, что его старания напугать тщетны, он согласился на очередное отключение. А этот абонент вскрыл пломбу электросчетчика. Ранее за это был составлен акт. К тому же хозяин дома самовольно подключился к сети. Этот дом в селе Сукулук принадлежит бывшему губернатору Чуйской области Болоткану Кумарову. Судя по всему, здесь употребляют большое количество электроэнергии. Даже, как мы видим, установили мини-трансформатор. Однако в течение года они не оплатили штраф за электроэнергию 40 тысяч сомов. 3 тысячи они уже заплатили, а остальные пока еще нет. Актуально 43 000 қарыз бар. 3 000 өткен айға төлді, қалғанын төлелік. В числе злостных неплательщиков и известная ликероводочная компания «Аю». Сейчас она абонент частной энергокомпании, однако ранее она задолжала Сукулукской РЭС за электроэнергию более 2 миллионов сомов и до сих пор не оплатила долг. Өткен жылдың қарызы бізде дағыла тұрады, шол төлемелік. 2 миллиона 700 тысяч они не оплатили. Говорят, что официально обратятся к нам. А эта кошара, предположительно, принадлежит сотруднику 5-го управления МВД, хотя оформлена на некую Чунорову. В селе Национальное Сукулукского района хозяин этой фермы с января этого года задолжал энергетикам 60 тысяч сомов. Сейчас на ферме проживает 3 семьи. Предположительно, это кошара сотрудника МВД. У них отсутствовала пломба на счетчике. То есть появляется доступ к воровству электроэнергии, что категорически делать запрещено. За нарушение хозяин должен оплатить 60 тысяч сомов. С нового года мы 6 раз отключали им свет. Как вы сами видели, квартиранты говорят, что хозяина нет. Говорят, что хотите, то и делайте. Хотите, отключайте, хотите, нет. Многие злостные неплательщики – бывшие или действующие чиновники. Их фамилии у многих на слуху. По сути, они должны быть законопослушными гражданами и показывать пример простым кыргызстанцам. Для успешного прохождения ОЗП повсеместно проводятся рейдовые работы. Основной целью – это увеличение и сбор денежных средств за потребленную электроэнергию. Многие из них строят особняки и кошары, отказываются платить за потребленную ими же электроэнергию. Это касается и кошары в селе Тушбулах Сукулукского района, принадлежащие некоему Тургуну Малабаеву, который задолжал за свет более 20 тысяч сомов. Эльнура Молдукадырова, Азамат Кадыртоктоев, Общественный 1 канал, Чуйская область.